Девчонки, у меня тут погром на кухне. Решила себя чем-то отвлечь, потому что сегодня с 7 утра просто бахкали так, что я думала, у меня сердце выпадет. Вот, поэтому решила, что нужно чем-то себя занять. Освободила, наконец-то, все эти полочки. Уже протерла их. Сейчас они немножко так проветрятся, скажем так. Да, Диму одела. Включила кондиционер на обогрев, потому что холодно у нас. Ну как холодно, свежо. Вот. Сейчас тут. А, тут еще заколотила манник. И как раз таки раздобыла. Что? Да, тепло там, да. Да. Так, отходи, пожалуйста, от окна. Говорю, отходи от окна. Бу, да, бу-бу. Заколотила манник, ну как раз таки вот крупы там разбираю и нашла кокосовую стружку. Думаю, добавлю ее тоже, я думаю, будет вкусненько. Духовка у нас электрическая, поэтому это большое спасение. Вот будем готовить, это гриль сегодня доставала, подогревала блинчики нам с Димой. Девчонки еще там, Сашуля еще валяется, Маша там помогает, немножко складывается. Маша вот такой автобус собрала из конструктора вообще, да, скажи, крутейший. Так что Дима играется, да? Прям большой, там места всем хватит, да, если что, для эвакуации, да, вот, так что, занимаюсь, сейчас, наверное, включу духовку, доколочу манник. Нет, ты уже взял себе стаканчик, тебе не надо, пойди у Маши возьми, ты его туда отнес, не надо. Вот, добавлю, и как раз и чуть-чуть подогреемся, имею в виду, духовка будет работать, потом нас прогревать будет. Вот, так что, да, помощник у меня, как вы понимаете, да, лучший, лучший. Тут всего лишь разрыхлитель нужен, либо сода, поэтому очень здорово и классно. Вот, и, знаете, для поднятия настроения, мне кажется, идеально. Снег у нас уже вон... Совсем чуть-чуть крошечки остались снега, а так вот опять дождь, опять сырость. Жалюзи мы не открываем полностью. Ну так, чтобы свет немножечко попадал, открываем. А так, в случае чего, если вдруг стекла разобьются, то жалюзи хотя бы будут сдерживать осколки. Поэтому и шторы, как вы видите, так почти зашторены. Вот, так что хозяин у меня тут помогает, да? Да я поняла, да? Угу. Сейчас заколочу и будет манник. Ну, самый простой рецепт, без муки, вообще идеально. Вот, так что буду готовить и буду это все разбирать, складывать. Наконец-то я добралась до этих полочек. Вот, мне еще в ванну нужно добраться. Там полочки все протереть, тоже перебрать. Ну, я думаю, что я доберусь, потому что пока конца и края этому всему не видно. Вот. Зато увижу, какие что запасы, что есть, чего нет. Поэтому это очень даже полезно. Я отвлекаю себя немножечко, да? Маруся пришла тоже, помогает. Да, пить. Да, ты все стаканы распотрошил уже. Сейчас наливаю, да. Девочки, ну какая красота получилась. Я немножечко, конечно, карамельки добавила. Это очень вкусно. Вот, ну мы вот тут все дружненько, да? Сашуля сейчас подтянется к нам тоже. Да, Димас? А, он все мудрует что-то, да. Все мудруешь, я поняла. Так что мы перекусываем. Нам приятного аппетита, вам тоже, если вы вдруг кушаете. Давай, давай. Вкусненько. Да, Маша кушает, да? Кушай, кушай. Ням-ням, вкусно, да? Артист, да? Нет. Дождь там, да, за окном? Угу. Совсем дождь, да, скажи? Вкусненько? Да, потихонечку, по чуть-чуть. Ну, завалы я свои еще не разобрала, конечно, сейчас уже перекусим, и тогда это все буду разбирать, складывать все на место. Дима, Димош устраивает, да? Ах, Димка, разбойник. Потерял Машины детали тут вовсю. Маша грустит. Разобрал весь автобус, который собирала Маша, трудилась, да, Дима? Да, зато Сонька спокойная, на конструктор улягла и счастлива. А ты Кривлякин, да?
Жора у нас тут, мы его сюда немножко перебазировали, а то ему там совсем скучненько, одиноко одному, да? Иногда чирикает даже, да, скажи? Да, что Маша будет пытаться восстановить автобус большой, красивый, да? А Дима теперь не хочет. Мяу, да. Сонечка наша, да? Мяу. Да, Соня. Это Маша, да? Ну, она теперь обиделась на тебя, да. Скажи, Машуля, я тебя люблю. Надо обнять и поцеловать Машу. Поцеловать надо, смотри сюда. Обнять и поцеловать надо, ты завалился. Помоги Маше собрать, помоги. Помоги Маше собрать. Я, девчонки, раскладываю конфетки свои, так и не показала вам свой результат. Ну, как бы тут особо результата-то нет, потому что, как мне кажется, все полупусто. Ну, пересыпать пока просто не хочу. В дальнейшем, возможно, пересыплю, конечно же, да, заполню контейнеры. Там еще два у меня стоят, нужно, они сохнут. Тут у нас, ну, такой запас сахара, хлопья. Это тоже хлопья и макарошек немного. Овсянка, сахар тоже. Макарошки, рис, тут гречка будет. Вот здесь у нас более такие по сладостям и запасы. Тут у нас макарошки я положила. Тут печеньки в этом контейнере. Сок. И вот сюда положила конфетки сосательные, которые были, которые я покупала в прошлые разы. Вот тут у нас чаи. Там всякие разные. Там арахисовая паста. Тут тоже так вот орешков и изюмчик остатки. Здесь у нас тоже такие небольшие запасы. Это кошачий корм. Там даже у меня есть, как это называется, фасоль. Фасоль, которую мы не едим, но она у меня на всякий случай есть. Ну и там последняя полка. Это одноразовая посуда. Вот в этом контейнере крышки капроновые, как когда называются. Ну как бы должны быть все равно. И соль. Там открывашка. Ну и в принципе и все. Вот как-то так совсем стало мало, потому что было как-то заполнено, завалено. А теперь все вот так вот. Ну, конечно, будет все пополняться со временем, я думаю. Но пока как есть. Но я тоже, я все равно рада, что я перебрала, что я все вытерла, что я увидела, что есть, чего нет. Вот, поэтому я так, знаете, удовлетворила душу. Правда, еще вот контейнеры, мак, крышечку не нашли, не знаю. И контейнеры еще пока не определила, куда. Но на самом деле как-то не очень хочу сюда. Нужно в этих ящиках тоже перебраться, убраться и, наверное, здесь хранить контейнеры. Потому что сюда как-то не хочется. Девочки, нам дали газ. Вот сейчас покажу, как это выглядит. Это просто трэш. Я даже успела котел включить. Он даже вроде бы начал работать, но на этом все закончилось. Посмотрите. Газ появляется. И все. И так все. То есть даже приготовить ничего не получится. Вы видите, да? Все, нет газа. Вроде как он есть, но его нет, блин. Мы так уже обрадовались, так, блин, и это, но, к сожалению, скажи. Ой, Дима, ты тут все раскидаешь. К сожалению, на котел не хватает. Не хватает, но надеюсь, что может появится побольше, но пока он как бы есть, но его на самом деле нет, да, Дим? Ага. Детки тут с ума сходят. Маша тренируется. Или Диму тренирует. Давай. Кто кого, да? Космонавт. Юный космонавт, да? Самолетик. Как говорится, подготовка к космосу. Маша, завтра руки, наверное, болеть будут, да? Раз, два, раз, два, раз, два. Диме, правда, спать уже пора. Да, Дим? Спадки будешь? Маша в конструктор играла, но Дима ей там безумно так мешает, не дает ей ничего строить. Давай! И она решила его опозвлекать. Давай, давай. Давай, не, вот тут. Ждем, пока у нас газ появится основательно, потому что я тут вижу с Сонькой. Общаюсь с Сонькой. Обрадовались сперва так газу, прям вообще так, вообще, ну... Пока ждем, может появится получше, и тогда пойду блинов нажарю, что ли. Ну так, чем-то хочется себя порадовать.
поднять настроение. Солнышко, правда, уже спряталось, вот. Так что ждем газ. Народ пишет, что у них появился. Я не знаю, насколько он появился так, чтобы ним можно было пользоваться. Но у нас он как бы есть, но его как бы нет. Вот, так что лежим. Вообще, Диму надо спать укладывать. Ну, вы видели, да? Как тут спать укладываться. Ну, вот, так что, ну, мы так одеты. В кофтах, конечно, тут под одеялом. Вот, греемся, пока греемся. Я, кстати, голову помыла, как я говорю, с чайничка. Ну, чайником накипятила, помыла голову. И тут как раз газ дали. Думаю, так бы нормально покупаться можно было. Но оказывается, что нет. Вот, так что тут же она уже высохла, в принципе, голова. После ботокса, знаете, очень даже, ну, как бы, не идеально, да, но лучше, чем ничего. Тем более феном можно было посушить, согреться заодно. То есть, как бы, нормально. Вот, так что тут дурачится. А тут дурачится совсем. Юный летчик-космонавт, да? А Саша музицирует такой. Экстремал. Дима просто экстремал. Давай. Как стукнется потом. Ох, рыдать будет. Давай, залазь. Саша музицирует у нас. Ну, хоть как-то, знаете, отвлекается тоже. Как будто, знаете, и ничего нет за окном. Но на самом деле бахают и сильно бахают. Я как раз им сказала, приходите сюда, чтобы тут сидели все вместе. Вот, ну, сейчас тишина, Саша пошла. Давай, вот, а мы тут с Сонечком. Сонька давай. Тоже с меня не слазит прям совсем. Давай. Ты выбражулькин? Ох, и выбражулькин. Покажи, Сончик тоже перепуганная такая. Тоже реагирует, конечно, прячется. Ну, хоть по чуть-чуть, но кушает сама. Потому что долгое время вообще мы просто запихивали ей в рот. Вообще не ела. Ну, сейчас, конечно, подхудала. Прям все косточки вот чувствуются. Прям позвоночник прощупывается полностью. Ну, сейчас более-менее нормально. Ну, кто-то сходит с ума. А я покажу, как я коротаю тоже денечки. На такую игру на D10 отличий Маша меня присадила. Так я дохожу уже, не знаю, почти до 300 уровня, наверное, дошла. Ну, знаете, так затягивает, и вроде концентрируешься на этом. Меньше обращаешь внимание на то, что происходит где-то вокруг. Вот, ну и охраняет меня, конечно же, тут мартышечка такая охраняет меня все время. Греет меня дополнительно. И я ее, наверное, она меня... Вот, так что я тут вся в игре в азарте. Ну, сейчас Димаса уже буду укладывать. Пойду сейчас газ еще посмотрю, попробую, буду его укладывать спать. Девчонки, а самое обидное, знаете что? Сашуле моей Водафон дал аж целых 12 гигабайт бесплатно. Оставайтесь на связи. Машуле пришло сообщение о том, что ей 10 гигов бесплатно. А мне пришло только, что через 2 дня вас отключат и обновите пакет. Представляете, вот как? Вот как несправедливо. Им дали бесплатно... Гигов сколько? Это не один, не два, это как бы нормально, да, можно даже месяц продержаться. Вот, а у меня нет, поэтому, ну, я так подозреваю, мне, наверное, и не перепадет такое счастье, придется пополнять пакет, вот, так что, ну, что поделаешь, хорошо хоть детям дали, ну, Маше как-то, ну, совсем ничего не ловит, не знаю, вроде как и нет есть, но толку только от этого, и нет никак. Вот, так что, ну, я пока растягиваю тот инет, который у меня еще есть, потому что у нас не безлимит, конечно же. Вот, ну, пока хватает. Сейчас будем Димаса укладывать спать, потому что уже время ему. Девочки, я тут куховарю. Заодно гляньте, что же мы едим и как мы это все готовим. Здесь готовлю печенку. Вот так вот. Уже долила водички. Немножко сейчас уже протушится, и все. Это у нас в мультиварке.
А тут, так как печенки было как бы, ну, немало, я разморозила то, что у меня было. И здесь такие кусочки условно замариновала, не знаю, и вот так вот лучок еще приготовила. Сейчас буду жарить печенку на гриле. Вы когда-нибудь такое делали? Я тоже никогда не делала, не пробовала, не ела, не знаю, возможно ли такое. Ну, как бы печенка, в принципе, тоже мясо. Вот отбивнушки из печенки я как бы готовила, пробовала, и мне очень нравится. На гриле, конечно, не пробовала, но я очень рассчитываю на то, что будет вкусно. Вот, ну, приправила так, из того, что было, в принципе. Вот, надеюсь, что понравится. Очень-очень надеюсь. Вот, так что сейчас буду закладывать. А там у нас еще картошечка. Мы почистили и отправили в духовку. Хорошо. Ну, все готовим только на электричестве, поэтому газа у нас так и нет. Сказали, не будет, пока не починят людей. Да. И помощник, конечно же, как без него. Вот. Так что буду сейчас грилить печенку. Вот так. Это называется «Где моя большая ложка?», да, Дим? А тут помощник. Вовсю, да, скажи? Сейчас будем готовить, кушать, да? Вернее, мы уже готовим, просто помощник только подоспел. Ай-яй, да. Ложи на место. Вау, да, ложка большая, да. Угу. Так, ну что, девочки, открываем мою первую партию. Ну, слушайте, ну, не знаю, суховато, наверное, конечно, будет. Но на вид очень даже ничего. Вот такие вот печеночные стейки, или как это назвать. Ну, ничего так, я думаю, норм. Надо будет попробовать, надеюсь, оно проготовилось. Но на вид вроде ничего так. Так что, тут у меня еще лучок сейчас. И еще, я думаю, одна партия. Тут у нас уже картошечка приготовилась, я стручковую фасоль добавляла, вот, и немножко притрусила сыром, ну, знаете, так, для как, для усиления вкуса, как бы, да, вот, так что тут уже вот голодный птенчик просто уже совсем с ума сходит, да, скажи, что ты хочешь, Дим? Да, мы поняли, на тебя, да? Ну что, девчонки, разрезала я кусочек, очень даже ничего. Так, сейчас попробую. Ну, да, суховато, это не то, чтобы, скажем так, в подливочке, да. Но очень даже ничего, слушайте, прям класс. Такое суховатое мяско как бы получилось. Очень даже вкусненько. Даже я прям это, я рада. Ну, тут главное, наверное, приправить вкусненько, и будет ок. Сейчас лучок еще тоже поджарю. Сюда. Слушайте, вкусно. Прям вкусно-вкусно, я не ожидала. Прям хорошо, зачетно. Ну, да, не так мокро, как хотелось бы. Ну, я имею в виду, сочненько не так, но хороший вариант. Даже для бутерброда отлично. Хлебушек смазать каким-нибудь соусом. А, в принципе, можно каким-нибудь соусом, да? Нужно подумать. Вот, так что зачет, отлично. Слушайте, хороший вариант вместо тех же отбивнушек. Можно вот так на гриле пожарить печенку. Но это у меня свиная печенка, это не куриная, конечно. Куриная будет понежнее, наверное. Но тоже по суше, если бегает крокодильчик вредный. Ох, вредный. Вот, так что будем ужинать сейчас картошечку. Ну, а дальше кто чего. Здесь у меня уже тоже подливка готова. Я потом ее в контейнер переложу и тут приготовлю гречку, я так думаю. Ну, хотя, как бы, в идеале было бы рис, но у нас сегодня рисовая каша была с утра, поэтому будет гречка. Вот, так что, ну, понятно, что да, везде печенка, ну, а что делать? Что делать? Я не буду сразу всего, и тут не наготовишь 5 блюд разных, поэтому будем исходить из того, что есть. Ну, в принципе, даже Машуля, которая не ест печень у нас категорически, очень даже оценила и сказала, что, в принципе, можно идти с соусом. И я тут уже вот такой достала. Ну, это, конечно, для птицы, но я думаю, знаете, для сочности, чтобы приправить, очень даже неплохо. Там у нас еще есть карбонара и что у нас еще есть? Ну, и что-то еще есть, одним словом. Я думаю, если что, можно даже с кетчупом. Ну, как бы, Машуля кетчуп любит, поэтому будет, наверное, с ним. Видела? И тут голодный крокодильчик прибежал. Ну, так сделай.